Уважаемые жители и гости Ташкента, в связи с празднованием 27-й годовщины независимости Республики Узбекистан в Ташкенте пройдут народные гуляния. Для удобства желающих принять участие в праздничных мероприятиях ряд улиц в центре города будет либо закрыт для движения, либо движение по ним будет временно ограничено. Так, 31 августа с 15 до 23 часов в связи с проведением праздничных мероприятий будут закрыты для движения транспортных средств следующие улицы. Улица Амира Тимура, от улицы Ислама Каримова до улицы Наваи. Улица Бухаро, от улицы Тараса Шевченко до улицы Амира Тимура. Улица Ислама Каримова, от улицы Тараса Шевченко до улицы Амира Тимура. Улица Матбуот Чилар, от улицы Нурони Лар до сквера Амира Тимура. Улица Истикло, от улицы Заравшон до улицы Истикбол. Улица Алайская, от улицы Шахрисабз до улицы Истикло. Проспект Мустакилик, от улицы Шахрисабз до сквера Амира Тимура. Улица Махтум Кули, от улицы Шахрисабз до сквера Амира Тимура. Улица Истикбол, от улицы Шахрисабз до сквера Амира Тимура. 1 сентября в связи с организацией народных гуляний возле Дворца Дружбы Народов временно будет ограничено движение транспортных средств по следующим улицам. С 14 часов до окончания мероприятия. Улица Сеульская, от улицы Бунеткор до улицы Фурката. Улица Бабура, от улицы Урикзор до улицы Шершара. Улица Фуркат, от улицы Шершара до улицы Ислама Каримова. Улица Бишагач, от улицы Фурката до улицы Ислама Каримова. С 18 часов и до окончания мероприятия движение будет закрыто на следующих улицах. Улица Ислама Каримова, от улицы Шарафа Рашидова до улицы Каратош. Улица Афросиаб, от улицы Шарафа Рашидова до улицы Ислама Каримова. Улица Челанзарская, от улицы Мукими до улицы Новза. Улица Новза, от улицы Челанзарская до улицы Бунеткор. Улица Байналминал, от улицы Бунеткор до улицы Мукими. Улица Ислама Каримова, от улицы Бишагач до улицы Шарафа Рашидова. Для удобства жителей и гостей Ташкента рядом с местом проведения салюта будет организована специальная стоянка для транспортных средств. Отсюда же будут отъезжать специально выделенные Хакимиятом автобусы, которые будут отвозить желающих посмотреть салют к месту его проведения. Автобусы будут провозить граждан бесплатно. Так, стоянки будут организованы по следующим улицам. По улице Алмазарская от улицы Наваи до улицы Ислама Каримова. По улице Ислама Каримова от улицы Алмазарской до улицы Бишагач. По улице Караташ от улицы Самарканд-Дарваза до улицы Бунеткор. По улице Братислава от улицы Шота-Руставели до улицы Бабура. По улице Бабура от улицы Шота-Руставели до улицы Фуркат. По улице Байнал-Минал от площади Актепа до улицы Бунеткор. Движение автобусов будет организовано по следующим улицам. По улице Бабура от улицы Шота-Руставели до улицы Шершара. По улице Ислама Каримова от улицы Алмазарская до улицы Фуркат. По улице Караташ от улицы Самарканд-Дарваза до улицы Бунеткор. По улице Фуркат от улицы Наваи до улицы Ислама Каримова. Увидеть салют можно будет в 11 парках культуры и отдыха. Это Анхор Локомотив, имени Гафура Гуляма, Бабура, Мирза Улугбека, Ашхабад, имени Фурката, Куешча Нури, Боги Шаму, имени Абдулы Кадыри, Дуслик, Грин Парк, Зоопарк, а также возле торгово-развлекательного центра Мегапланет и Республиканского интернационального культурного центра. Здесь же в период с 1 по 4 сентября будут организованы народные гуляния. Уважаемые водители, убедительно просим вас в дни народных гуляний отказаться по возможности от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта.